все, будем считать открытым. У пожарной машины скромные, но готовые на риск ради спасения других люди. Это команда добровольцев Алла Черков. Работники ЖКХ, сельсовета, просто местные жители. С сегодняшнего дня их дружина официально стала отдельным пожарно-спасательным постом. На торжественное открытие приехало руководство республиканского МЧС. Пост по прикрытию Алла Черков нам позволит обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности. Пост возглавил местный фермер Александр Атанаев. Он официально включен в штат Абаканского пожарно-спасательного гарнизона. Сейчас проходит профподготовку. Чувство ответственности и, ну, надеюсь, не подведу. Это была просто добровольная, как бы, пожарная дружина. Сейчас более-менее будет уже финансирование и, как бы, помощь от МЧС. Пожарная машина есть. Ее передали сельсовету 2 года назад из Пригорска. Все добровольцы прошли обучение. Сегодня им вручили удостоверение и комплект боевой одежды. В руках этих людей безопасность жителей населенных пунктов Черков, Бейка, Ахол, Уйбат и Майский. Главная задача – оперативно справиться с огнем. Профессиональным расчетам из райцентра порой требуется не меньше часа, чтобы добраться до отдаленного села. Пожарная безопасность вообще, я считаю, важный момент в жизни любого поселения. А тут у нас будет дополнительная единица, человек, который будет обучен специально, будет заниматься противопожарной профилактикой, будет, считаю, будет большим помощником в нашей работе. С 16 года это уже 9-й открытый пост в Хакасии. К ним должны прибавиться еще 4 до конца этого года. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.